Да! Снова! А! Я не понял! Где моя кнопка? А, как хорошо тут без Коли. С Нёрфом вон поиграл. Уже надоело, короче, с этим Нёрфом надо его отложить. Чем бы заняться таким? Пойти что ли погулять? Погода еще такая. Да, здравствуйте, Николая. Нет, Николай сейчас здесь не живет. Нет. Он временно переехал, да. Толик. Да. Запишите вот этот адрес. Хорошо, я вам по Вайберу отправлю. Да? До свидания. Точно, пойду погулять. О! Алло. Какая посылка? А, Николаю? А, да-да-да, он здесь уже живет, да. Да, это я, Николай. Приносите сюда извещение. Да, я дома. Все, жду вас. Все, давайте, до свидания. О, Коля, извещение. Оксана выгнала, и сюда уже извещение приходит. Что-то и дорогое ему пришло. Интересно, надо посмотреть, что это такое. О, быстро пришли. Здравствуйте. Спасибо. Так. Так, так, так. И что это здесь ему пришло? Ваш адрес пришел по ссылкам. Так, растаможка. О, ничего себе, так, так, так. Это из-за границы посылка. О, что-то стоящее, вещь какая-то. Все, надо бегом идти. Так, так, тут же паспорт надо. Мы ж с ним похожи. Сейчас прикинусь под него, шапку одену. Все, и получу за него. Паспорт у меня свой есть, все, пошел. Ху, еле успел до перерыва. А вот она посылочка, сейчас посмотрим. Что здесь? Так, что здесь в этом пакете? Сейчас рассмотрим. Так, коробка, коробка. Так, так, что здесь, как тут ее открыть? Позапечатывали. О! Ничего себе! Кнопка пришла! Ух ты! Вообще вещь! Нюрнберг шоу 100 тысяч! Коле она не досталась, все, мне она досталась, короче. Будет она у меня. О, класс, и куда мне ее повесить? Муа, кнопочка, все, классненькая. Сейчас я позвоню Коле, поиздеваюсь над ним. Так, где там? Коля, оп. Колянчик, звоню. Алло. Как дела, Колечка? Лучше всех. А ты знаешь, что мне пришло только что? Что тебе пришло? Ты мышь дохла? Не, мне пришла кнопка. Какая кнопка? Кнопка с Ютуба Нёрнберг Шоу. 100 тысяч подписчиков. Ты что, сейчас видел, как ты ее мог получить? Обычно? Она мне пришла на мой адрес. Так что все, теперь она будет висеть у меня дома. Это моя кнопка теперь. Не смей трогать мою кнопку, а то ты будешь висеть у себя дома. Не, это моя. Это моя кнопка, все. Иди гуляй. Разозлился, как я его. Все, без кнопки остался. Класс, надо распаковать. О, как блестит, супер. О, есть где повесить, за что. Так, куда я ее повешу? Сейчас посмотрим, где у меня на стенке место есть. Так, тут над телевизором. Как? Напротив дивана. Не, не очень. Дырку надо делать, неохота.
Так, где у меня есть дырка? Так. Я не понял, а? Что это мои посылки к Толику приходят, а? На его адрес. В смысле получает? Ну да, получает. Мне звонили, я сказал, что ты здесь временно не живешь. Вот к Толику, да и отправили. А вечно вот как... Большего западла нельзя придумать. Снова нерфы? Что, снова? Да, снова. Так, может, тут над входной дверью? Не, высоко. У Коли дубликат есть. Не успею отбиться. Схватит, убежит. Так. Так, так, где? О! Точно покруче этой картины будет? Дай-ка померяю. Класс, класс, так. О, надо селфи еще сделать с кнопкой. Сейчас Леночке отправлю. Супер. Вообще вещь. Так, где камера? Вот, селфи, селфи. Так. Вот так, отлично. Не, во. О, классно улыбаюсь. Леночке понравится. Она любит, когда я улыбаюсь. Говорит, что я редко улыбаюсь. Все, отправил. Так, отправить. Так, Леночке, по вайберу. Так, вот это Леночка. И фоточку. Вот это, я лучше улыбаюсь. Хоп, все. Оп, отправил. Все, смотри, Леночка. Пока висит, потом гвоздь этот прибью, мол, и пойду пока помою. Все, хоп, быстренько. О, ура, у меня кнопка есть! Похвастаться решил, да? 10 минут прошло, я думал, ты не ожидал, что я так быстро сейчас прилечу к тебе. Давай с этого начнем. Такой же довольный был, редкостный. Звонил, похвастался, да? Оксана, конечно, стормозила. Песня орёт. Он песню только в душе орёт. Сто пудов пошёл уже в душ. Леночка у гостя ждёт. Меня точно не ждёт. О, коробка от кнопки. Rival. А этот песня орёт. Заряжен. Теперь осталось кнопку найти. На всякий случай это дело заберем. Где кнопка? Ладно. Здесь не видно, не понял. Он что, с кнопкой мыться пошел, что ли? А что у него картина здесь стоит? Ну-ка! Это моё! Красота-то какая! Мой канал вновь брошу, я всё придумал! Ты на всё готовое приехал! Ещё себя решил захапать, мою кнопку! Помылся? Я не понял! Где моя кнопка? Опа.
Нет. А, Коля пришел. Коля, где моя кнопка? Куда я уже стырил? А, ты где? Ты где? Ах ты, не ушел? Ну все, я тебя не выпущу. Я в тебя знаешь с какой скоростью выстрелил? 15 метров в секунду. А я в тебя сейчас знаешь какой? Покажись. Надо рюкзак взять. О, 20 метров в секунду, видел как полетело? А, тройным срано, получил? Ха! Два метра до рюкзака, там батарея, ребята. Хорошо, что я пальто не снял. Что он там? Я-то свои кнопки ранил, точно не видите. Что ты там копошишься? Боишься? Чё не вылазишь, а? Иисус! Мать, уходи, мать, сделай! Ничего не можешь предложить против этого нерпа, а? Сидишь уже без пульса, а? Сижу, сижу! Сейчас я, подожди одну секундочку! Перезаряжусь по-быстренькому. Сейчас тебе глаз заряжу, и кнопка будет моя. Не видать тебе кнопки. Так вот и картина пригодилась, прямую оборону. Будет за что спрятаться. Ну что ты там пукаешь? Своей пукалкой, а? А? Пока, младший! Адьос, амигос! Я пошел, а? Стой! Калин, и пули как назло закончились. Что, ушел уже? А, только мне пули не оставил. А, ну у меня есть. Райвал. Аполло, как там, 300-й, 3000. Как-нибудь с помощью этой малютки отобью кнопку. А вы были, ребята, на канале Nerf Bros Show. Ставьте лайки и подписывайтесь. Кто хочет, чтобы я отбил кнопку, пишите в комментариях. Всем пока-пока.